Всех приветствую. Пришел поглядеть, стоят на хранении. И заснять сразу видео просили меня, как шторки закрепил. Коврик тут у меня с калины. Летом хорошо залазишь, на нем разулся. Вся пыль, грязь. Ох, все замерзло. Шторочки, ну вот. Не видать сейчас. Вот так вот они снимаются. Продается в магазине, где шторы продают. Липучка. С одной стороны она липкая, с другой стороны вот пришивается к шторам. И все, они съемные на липучке. Все держится, все хорошо. Здесь, с задней стороны, сверху на материале сделал просто шов. И здесь между металлом и вот этим потолочным поролоном подсунул, ну, типа линеечки чьей-нибудь или отверточкой. Ну все держится, ничего, никуда не выпало. Шторки делал специально такие небольшие. 7 сантиметров, по-моему, они у меня. Здесь 10, тут 15. Зеркала не мешает смотреть. Ну и с работы со своей справляются. Восход, закат отсекают. Здесь клеил ленту. Штатная шторина. Я ее полностью откручивал. На 3 саморезах, по-моему, она держится. Приклеивал эту ленту липкую. И потом уже лепил шторину. Ну вот, в общем, как-то так. Здесь все везде так же на липучке. Все так же съемно. А, ну что здесь вот прикрепил не кверху, а к стеклу. А здесь почему так нельзя? Потому что здесь идет доводчик. Вот, в общем, вот так.